2022 отгремел праздничный салют, как страна начала готовиться к 75-летию Великой Победы. Сегодня в Барнауле открыли первый в России центр, в котором будут обучать волонтеров специально к знаменательной дате. Стать добровольцем может любой от 18 лет. За год здесь планируют подготовить как минимум 30 тысяч человек со всей Сибири. Это помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Это запись их воспоминаний из первых уст. В настоящий момент в нашем движении уже собрано более 10 тысяч видеоархивов. Мы надеемся, что этот архив пополнится в 2020 году. Во-вторых, это благоустройство памятных мест. Это проведение различных просветительских акций. Георгиевская лента, свеча памяти. Это помощь в сопровождении парадов Победы и Бессмертного полка. Алтайский край, много краевых, окружных, всероссийских и даже международных мероприятий, связанных с движением добровольчества, с волонтерством, значит, за последние годы организовывал и проводил. Я думаю, что и на этом этапе мы с честью выполним возложенные на нас задачи. На открытии центра волонтеров приехала даже дочь Алексея Скурлатова, того самого легендарного разведчика, который стал прообразом знаменитого Алёши, памятника в Болгарии. Она и другие почетные гости, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, герои России, пожелали волонтерам удачи. Бессмертный полк, парад Победы, свеча памяти. За организацией этих и других мероприятий стоят тысячи волонтеров, работа которых порой незаметна, но очень важна. Целый год они будут изучать историю, восстанавливать памятники, искать информацию о погибших бойцах, помогать самим ветеранам. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.